Всем привет, с вами При. Сегодня мы поговорим о календарных датах и вообще дате выхода 7.2.5, рейдов и каких-либо прочих моментов. Давайте откроем календарик и все внимательно рассмотрим. Сегодня у нас 7 июня 2017 года. 14 числа, скорее всего, 100% выходит обновление 7.2.5. К этому моменту, если вы PvE игрок, если вы увлекаетесь миф плюс ключами, то желательно закройте 15-й ключик, чтобы получить шмоточку уже там не 905-го эквипа, а какую-нибудь, ну, наверное, что-то в районе 930-го. Ну, как вариант. Сделайте это на своих рынках, сделайте это на мейне, просто закройте 15-й. Я думаю, это не составит вам труда. А далее уже 21 числа откроется гробница Саргероса, сложности нормальной и героической. 28-го откроется эпохальная сложность. Суть-то в чем? Когда начнется освоение гробницы Саргероса, в среду, четверг, воскресенье, понедельник и вторник с 21 до 24, до полуночи по Москве, мы будем гильдии все это дело осваивать. Я в роли танка, и если же у вас будет желание на это дело все посмотреть, изучить, услышать, все освоение увидеть с нуля, то приходите. Ссылочка на стримы, на ВК-группу, все есть в описании. Я думаю, видосик еще отдельно заснять по типу, что можно сделать до 7.2.5. Но кроме той мысли, что кромки, герои своего времени и закрытие 15-го ключа, у меня мыслей никаких особо и нету. Что вы думаете? Что нужно сделать до 7.2.5? Хочу услышать какие-либо ваши такие советы. Всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок, как говорится, побольше. Они нам потребуются. До скорого.